Добрый день! Сегодня мы напишем вот такую простую картину, собаку, по-моему, породы самоедская лайка, если я не ошибаюсь. Давайте начнем. Теперь вот эти две части тоже пополам. Ищем нашу собачку. Где-то здесь начинается щелочка. Ушко начинается в этом квадрате. Ниже середины этого квадрата заканчивается. Я делаю равномерный цвет для этого, полностью штрихую внутри собаки. Где-то подлиннее делаем, где-то покороче. Если вам не хватает краски для вот этого, вот этой шерсти, значит, надо нагнать еще белил с разбавителем. Так, это уже слишком грязно. В основном плоско кисть держу и делаю такие пушистые шерстяные локоны, но можно делать и вот так кисть положить, будет такой узенький локон, но это не везде, кое-где можно такие. Подбираю белую красочку прямо отсюда. По форме от носа. И вот здесь делаю пушистость. Вот тут под носиком еще потемнее надо. Вот сюда слизнячок глаза и сюда бороздку вот эту. Что-то более серенькое, не теплое, сюда, над глазами. Вот такими мазочками уложила. Посветлее здесь. Посветлее здесь, чтобы носик прямо мокреньким казался.
побольше белил и много на кисточке. Делаю такую линию. И чистым белым вот здесь свет. Ну, такая сладкая собака. И очень простая.